Ремонт улицы Советской в Бендерах почти закончен. Об этом сегодня рассказал на совещании у президента глава города Роман Иванченко. Осталось еще доложить плитку и обустроить клумбы. Буквально завтра, послезавтра основные объемы будут закончены. Сейчас занимаемся установкой, монтажом малых форм. И заходят в конце недели озеленители на улицу Советскую. Вот так 4 месяца назад выглядела улица Советская. Все перерыто, сухие деревья. Никто проехать не мог. А вот так улица выглядит уже сейчас. Вся территория замощена плиткой. Осталось уложить еще небольшой участок возле торгового центра «Виктория», облагородить клумбы и установить шлагбаум для парковки. Прохожие обновленную Советскую улицу уже оценили. Говорят, теперь удобно на машине проехать. Город обустраивается и глаз радуется. Я здесь живу с 66-го года. Жил по Тираспольской и ходил по этой улице. Ну, это был хлам. Камни ни по дороге не пройти, ни по тротуару не пройти. Эти все перекупщики, все. Сейчас красота. Я хожу сюда на рынок. Красота. Максимально удобно. Плитка, великолепное покрытие. Классно ездить. Вообще просто бомба. После завершения работ на Советской улице будет большая вместительная парковка, много елей и скамейки для отдыха. Все закончит ко дню Бендер, 8 октября.